что будет, если в GTA 5 убить всех главных героев одновременно. Недавно в тренде аж на первом месте было такое видео. Его делал King DM, и в итоге у него завис компьютер, но я считаю, что исход будет абсолютно другим. Создаю коробку из контейнеров, из которой невозможно сбежать. Помещаю туда Майкла, обкладываю бомбами-липучками и заботливо поливаю все бензином. После чего при помощи тренера перемещаю туда Франклина. Бензин остался, а бомбы-липучки уже исчезли. Получается, когда я переключаюсь между персонажами, они исчезают. Практически сразу персонажи начинают ругаться между собой, и мне нужно привести Тревора, пока они не завалили друг друга. Раскладываю бомбы-липучки, а Франклин и Майкл не на шутку пугаются и начинают бегать. Чтобы они детонировали все сразу, стреляю в одну из них. И все трое откисают, как и задумывалось. Тревор переносится в больницу, Франклин находится у себя дома, где гладит одежду, а Майкл выходит из какого-то заведения. Именно такой исход у меня получился, если убить всех трех героев.